Тонны монет вместо килограммов купюр. В России неделя обмена железных денег на бумажные. Все потому, что мелочи в сегменте торговли стало не хватать. И дабы простимулировать россиян освободить копилки, в банках начали выдавать бонусы для нумизматов. Какие именно, расскажет Андрей Баев. Пустить в оборот металлические деньги предлагают в Центробанке России. По словам специалистов, монет чеканят в нужном объеме, а в финансовой системе страны их не хватает. Совместно с другими банками регулятор организовал акцию по обмену монет. В данной акции будут принимать участие 14 банков. 64 офиса будут рады встретить население и принять монеты. Вы можете их зачислить себе на счет во вклад, либо вы можете рассчитаться ими за коммунальные услуги, или можете просто обменять на банкноты. Тех, кто вне акции придет обменять рубли и копейки или оплатить железом услуги, ждет приятный сюрприз. В подарок – коллекционные монеты. Если наш клиент приносит на обмен от 100 штук монет, мы ему меняем эти монеты по номиналу без удержания комиссии, которая у нас прописана в тарифах. И дополнительно, скажем, в обменную массу мы включаем монету номиналом 25 рублей. Это монета с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года, а также такая раритетная коллекция уже Олимпийских игр в Сочи. В Центробанке напоминают, железные деньги можно обменять в любом кредитном учреждении в любое время, без специальной акции. Если в этом вам отказывают, следует обращаться с жалобой к регулятору. Собственно, как и в обычных магазинах, если продавец не желает принимать мелочь, это нарушение закона о защите прав потребителя. С таким вопросом в Роспотребнадзор. Андрей Баев, Артем Валевич, Новости ОТС.